Ну что ж, ребята, 9-й предпоследний этап ралли «Шелковый путь 2019». Этап Алашань-Дзеигуань, 290 километров позади. Давайте узнаем, как проехали его наши парни. Господин Жан, когда мы увидим в следующий раз экипаж Китая на автомобиле КАМАЗ? 下一次的话我们中国的选手会有机会参加又就是海车组的比赛吗我当然是希望有啊好兄弟很久不见 у нас это КАМАЗ Мастер еще один занял первое место он хотел бы еще сказать что в будущем хотел бы что китайские грузовики тоже участвовали на соревнованиях именно по ралли Антон, как тебе китайские этапы и что бы вот ты хотел сказать господин Цзян Гуджу за организацию китайских этапов гонки? Ну, в первую очередь, конечно, поблагодарить за гостеприимство, потому что действительно все сделано классно. Очень интересные трассы, биваки, все на хорошем уровне подготовка всей организации в Китае, начиная от прохождения границы и заканчивая встречей на каждом биваке. Ну и сама трасса, конечно, в Китае очень интересная своими дюнами, песками и своим бездорожьем. Си-си. Антон, ну все переживают, что у вас сегодня начнется заруб между тремя экипажами. Как на самом деле все было? Ну, ехали в своем темпе, даже чуть-чуть с запасом, потому что это уже последний день. Ой, последние спецучастки, надо сейчас просто довести результат. Я надеюсь, ребята тоже это понимают и... Я считаю, что такой зарубы между нами не должно быть, потому что в этой зарубе можно потерять одну из позиций, и там уже может быть Рено на подиуме. Тем не менее, насколько я знаю, по результатам, которые сейчас ко мне приходят, ты был сегодня быстрейшим. Ну, надеюсь, что это так. Спасибо. Ехали аккуратно, потому что понимаем, что это главная задача сейчас довести результат и не совершить каких-то там ошибок. Поэтому ехали там, в своем темпе, не торопились, аккуратно, все хорошо. Сегодня очень хороший темп показал Антон Шибалов. Это из-за того, что он был быстрый, или вы где-то ошибались по навигации, может быть, что-то где-то останавливались, нет? Нет, мы нигде не ошибались, нигде не останавливались. Ну, я так понял, порядка 9 минут привез нам, но темп, наверное, не тот, который можно было, потому что можно ехать быстро, а можно ехать очень быстро. Мы ехали сегодня быстро, но не очень быстро. Потому что понимали, как я говорю, уже ситуация ясна, и ехать чуть-чуть за пределом, но не тот случай, когда это надо делать. Я думаю, мы все будем рады, если Антон Шибалов придет первое место в Дуньхуань, так ли? Конечно, безусловно. Спасибо. Спасибо. Вначале все было хорошо, были пересечения дюн, потом такое бездорожье с перепрыжками маленьких таких дюнок. А потом у нас кончилась турбина, поэтому была вынуждена остановка на замену турбины, а дальше уже оставалось
относительно ровных дорог, насколько это возможно, в ралли-рейдах и в Китае. Где-то 110 километров до финиша, все проехали нормально, остальных проблем не было, других проблем не было. Это хорошая машина. Она у нас 2016 года. Почти 4 года уже на ней ездим. Очень хороший грузовик. Это место водителя. Наш руль Audi. Полуавтомат. С подрулевым переключателем. Это руль моего отца. Это мое место. Я слежу за шинами и давлением. Управляю давлением наддува. В горах его нужно поднимать. Здесь я управляю всем. В следующем году я собираюсь приехать на ралли «Шелковый путь» уже в качестве пилота.